Всем привет, дорогие друзья, с вами Домашний Бар, а точнее кухня домашнего бара. Сегодня буду готовить вкусный тартар, сырое мясо со специями на маленьких обжаренных крутонах. Смотрим. Также еще бонусом будет манговый соус для тартара. Его не будет на доске, но я расскажу о нем позже. Для тартара я взял какой-то стейк, я уже не помню, но можно взять стейк минутка, либо говяжью вырезку. Все это очень мелко нарубить. Да, именно нарубить, мясорубка не подойдет, мелко-мелко нарубить. Дальше все нарезаем мелким кубиком. В тартар добавляем хорошую ложку горчицы и немного острого соуса. Немного терияки жидкого, соль, перец и желток. Все это перемешиваем и смотрим по вкусу. Как насчет вкуса? Я вот добавил немного горчицы и немного острого соуса с солью. Поэтому все ориентируйтесь на свой вкус. Убираем в холодильник на полчаса. Берем обычный хлеб, я их делаю формочки, крутончики такие небольшие, все это обжариваю на гриле. Выкладываем, естественно, на тарелочку, красивую, я же для канала много чего купил. И немного зелени, это манговый соус, зелень это петрушка, чесночный соус, немного терияки жидкого и поливаем наш вкусный тартар. Получил, кстати, очень вкусно, всем советую попробовать.